Для будущих инженеров-менеджеров по качеству важно знать требования, необходимые для выпуска любой продукции. Так, при помощи интерпретации сказки «Вовка в 39-м царстве» студенты отразили принципы системы менеджмента качества. Один из составляющих – лидерство руководителя. Так царь выступил в роли лидера, обладающий видением и силой духа. Чё тут делаешь? Ты ж царь, тебе ж положено ничего не делать. Положено. Знаю. Должность у меня такая. Другой персонаж – печка. Это аналогия с принципом «ориентация на потребителя». В реальности организации необходимо делать то, что хочет потребитель сейчас и захочет в будущем. Таким образом, сочиняя сказки на новый лад, ежегодно четверокурсники кафедры технологии машиностроения погружают первокурсников в будущую профессию. Сегодня все 5 курсов нашей специальности подготовили презентацию своими силами, на своем сценарии, со своими стихами. Специально ко Дню качества студенты подготовили информационный листок, где подробно описали основные профессиональные принципы.